Короче, ребят, всем привет. Небольшой такой вложик для вас с ними. Вон Якимка. Решили, короче, ему сделать курятник для курочек его. Сейчас выбираем пенопласт или урсу возьмем. Не знаю, сейчас вот определимся. Вот, сейчас смотрим, что по цене там. А вот урса. Вот, сейчас посмотрим, что будет лучше. И потом будет видосик, как мы будем утеплять курятник для его курочек. И вот мы идем, короче, купили пенопласт, сейчас погрузим в машину, на кассу сейчас идем. Дальше изолон будет. В общем, вот так вот загрузили пенопластом Круз. Вот так это все выглядит со стороны. Вот. Ну сейчас поедем. Еще мы изолон купили. Вот изолон. Сейчас будем утеплять курочек. А, сука. Короче, ребят, начинаем работу. Утепление курятника для курочек. Вот такая вот стена. Сейчас будем утеплять пока изолоном. Сверху будет у нас пенопласт. Начинаем работать. Вот здесь такие вот, такой вот курятник. Пока что сейчас будем сначала ровные стены. Пенопластом, всеми делами, утеплителями утеплять. Потом будем вот эту сторону, потому что здесь гемор. Надо будет аккуратненько все сделать. Вот, все, начинаем. Так, надо. Чуть-чуть выше подними. Да-да, вот так вот. Вот так заебень, вообще будет нормально. Это чисто под музыкой делаешь. Заделали, утеплили вот одну сторону. Вот смотрите, сейчас покажу вам. Вот уже вторая часть, тоже все это утеплили, закрепили. Сейчас будем переходить к этой. Ну, остаток добьем из залона. Ну а так уже в среднем неплохо получается. В планах еще вот эту сторону тоже заделать, утеплить, все по красоте сделать. Вот, так что так, здесь пока так. Начинаем потихоньку прикручивать пенопласт. Сейчас пока примеряем. Сейчас прикрутим. Прикручиваем на обычные саморезы. Я думаю, там больно не надо исполнять какие-то там вещи покупать. Вот обычными саморезами прихерачили. Нормально, для курятника пойдет. По минимальному делаем. А получается как бы нормальный эффект, все тот же. Вот, ребят, короче, уже почти одна стена готова. Пенопластом зашиваем уже. Сейчас сверху еще фанеру прикрепим. Это уголочек надо делаем. И фанеру сверху. И будет все отлично. И будет у курейка хата своя. Вот, будто они порядочно жить. Вот, короче, ребят, уже поставили фанеру, прикрутили, подогнали все. Вот так. Вот такой вот итог получился. Ну, неплохо получается. Для курятника это вообще отлично. Итак, ребят, уже вот закрыли фанеру вот эту стену. Решили на эту стену положить фанеру, так как здесь основной холод был. Там вот видите, щели, вон там еще не заделали. Ну, вот здесь вот дверь вырезали. Теперь здесь проход в рай есть. Вот. Короче, нашли такой факт, что теперь курам корм не нужен. Они кушают пенопласт. Ой, видите, как хуярит, ебать. Все, не надо курам никакой корм, пенопласт насыпали и пусть жрут, ебать. В общем, такой у нас курятничек и сделали мы.